Кето-диета. Что это значит для меня? Сейчас вы увидите. Смотрите, что можно приготовить из этих продуктов. 2 яйца, 80 грамм масла, ваниль 1 ложка, сахарозаменитель 50 грамм и 190 грамм кокосовой муки. Вы меня спросите, а я вам скажу, будет что-то очень-очень вкусненькое. Ну, по крайней мере для меня, так как я уже почти месяц не употребляю углеводов. Так, взбиваем яйцо с сахарозаменителем вот до такой массы. Дальше отправляем масло туда. Наливаем ложку ванили. Так, ну у меня тут почти ложечка. Все. Отправляем. И дальше лопаткой перемешиваем. Так, ну и потихоньку вводим кокосовую нашу муку. И лопаточкой аккуратно все перемешиваем до однородной массы. Так, ну и от себя чуть-чуть какао добавлю, буквально одну ложечку. Люблю какао. Эх, экспериментатор с меня еще тот. Сейчас посмотрим, что у меня получится. Вот такая у меня масса получилась. И сейчас катаем шарики из нее. Так, вот такое количество у меня получилось. Печенюшечек. И теперь отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. На минут 15-20. А там посмотрим. Ну что, мои печенья, готовы или нет? Смотрим. Сейчас еще минут 5-7 и будем пробовать. Так, смотрим. Края чуть-чуть подгорели с одной стороны. Вот здесь чуть-чуть. Сейчас мы переложим и дадим остыть чуть-чуть. Вот мои печенечки. Тра-та-та, тра-та-та. Сейчас будем дегустировать.